Раз, вытащил. То же самое с проверкой патронника. Значит, я достал магазин, снял с предохранителя. Сразу поставил тут задержку. Раз, два. Вот примерно так. Значит, еще раз объясняю, на чем все попадаются. Вот именно на диване затвора. Посмотрите внимательно. Вы нарушаете последовательность. Берете и начинаете вот так вот его как-то заводить. Интересно. Я как делаю? Посмотрите. Очень медленно. Я сделал три движения в одном. Надо же не глядя работать, правильно? Значит, что еще? Какие вопросы? Вот это разборка, сборка. Теперь разборка, сборка. Когда есть патрон в патроннике, понятно? Значит, я снял. Патрон сразу кладу сюда. И старайтесь затвор класть не так, а вот на эту часть. Понятно? Значит, я снимаю пружинку. Это культурно мы сейчас будем делать. Патрончик убираем в сторону, поставили. Все. Это еще один из видов. Дальше. Теперь я уже работаю не торопясь, чтобы не одеть, естественно, вот этой частью. Я раз, накрутил, здесь снял. Видите, как затвор? Он должен этой частью, то есть как бы вот этой, быть ко мне. Почему? Если я его сейчас возьму вот так вот, да, в принципе, смотрите. Видите, у меня покрутче, чем будет. Я раз, патрон загнул.